Случаи массовой гибели рыб зафиксированы в Ираке. Сотни тонн мертвого карпа обнаружены на берегу одной из рек на юге страны. Жителям региона, для которых рыбный промысел является основным источником дохода, пришлось обратиться за помощью к правительству. Власти заявили, что гибель рыбы связана со снижением уровня воды и кислорода в реках. Засуха и отсутствие дождей в последние несколько лет привели к значительному обмелению внутренних рек страны. По данным ООН, Ирак входит в пятерку государств, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. В списке стран, страдающих от нехватки воды, Ирак занимает 39-е место. Соседний Иран прекратил подачу воды. Турция прекратила поставлять свою долю. Поэтому Ирак не может обеспечить себя водой. У нас должно быть правительство, которое защищает права людей. Мы, граждане, избрали их нашими представителями в государстве.